Эпоха точечного противостояния и локальной победы добра над злом на улице Великая завершилась. Бывшая баня окончательно ушла в небытие, оставив после себя пустоту и вопросы. Аварийный объект разрушили до основания и даже почистили за собой все обломки. Напомним, демонтаж строения начался 6 февраля. Улица Великая была перекрыта. За одни выходные не уложились, пришлось терпеть пробки и заторы практически неделю. После того, как самые опасные работы, снос верхних этажей и металлического каркаса были завершены, строители продолжили разбирать и вывозить кирпичи и балки, ограничившись лишь забором. И вот, наконец, взором квадрокоптера открылась практически пустая площадка. Новгородцы активно обсуждают, что будет на месте бывшей бани. Отель, автомобильная стоянка или торговый центр. Некоторые предлагают разбить здесь сквер, организовать роллер-дром под открытым небом или другое пространство для спорта и активного отдыха. Какой бы вариант ни выбрал собственник территории, без общественных слушаний и мнения горожан не обойдется.